Корабли-призраки или фантомы, возникающие на горизонте и исчезающие, по поверью моряков, предвещают беду. Тоже и с кораблями, оставленными экипажами. Загадочные обстоятельства и необыкновенный флёр жутковатой романтики сопровождают эти истории. Океан прячет свои тайны, и я решил вспомнить все эти легенды, от летучего голландца и Марии Селесты до менее известных кораблей-призраков. Возможно, о многих вы даже и не слышали. Но в этом видео я расскажу вам о 7 кораблях-призраках, которые пугают своей историей. Аурэнг Мэдан. Этот голландский торговый корабль стал известен как корабль-призрак в конце 1940-х годов. В 1947 году этот корабль терпел кораблекрушение в голландской Ост-Индии, о чем был принят сигнал СОС двумя американскими судами «Город Балтимор» и «Серебряная звезда», идущими по Малакскому проливу. И моряки двух американских кораблей приняли сигнал СОС грузового судна «Уоррен Медон». Сигнал был передан членам экипажа, который был крайне напуган и сообщил, что остальные члены его команды мертвы. После этого связь прервалась. Прибыв на судно, весь экипаж был обнаружен мертвым. Тела моряков застыли, будто бы в попытке защититься, однако источник угрозы так и не был обнаружен. В статье, написанной в конце 1960-х береговой охраны США, говорится, что на телах не было обнаружено никаких видимых признаков повреждений. Грузовое судно, как сообщается, занималось транспортировкой серной кислоты, которая была упакована с нарушениями. После того, как экипаж «Серебряной звезды» быстро эвакуировался и американцы покинули судно, они рассчитывали отбуксировать его к берегу. Но на корабле внезапно вспыхнул пожар, последовал взрыв, и корабль пошел ко дну, что привело к окончательной гибели торгового судна. Копенгаген. Одна из морских загадок – бесследное исчезновение одного из новейших и самых надежных кораблей 20 века – пятимачтового Копенгагена. За всю историю парусного флота было построено всего 6 кораблей, похожих на Копенгаген. И он был третьим по величине в мире в год постройки в 1921 году. Корпус был выполнен из высококачественной стали, на борту имелась своя судовая электростанция. Все палубные лебедки были оснащены электроприводами, что существенно экономило время на парусных работах и даже судовой радиостанции. Двухпалубный стальной Копенгаген был учебно-производственным судном, совершавшим обычные рейсы и перевозящим грузы. Последний сеанс радиосвязи с Копенгагеном состоялся 21 декабря 1928 года. Никаких достоверных сведений о судьбе огромного парусника и 61 человека на его борту не было. Было объявлено вознаграждение любому, кто укажет местонахождение пропавшего судна. В каждый порт были разосланы просьбы сообщить о возможных контактах с Копенгагеном. Но на этот призыв откликнулись капитаны только двух судов, норвежского и английского пароходов. Оба заявили, что проходя южную часть Атлантики, выходили на связь с датчанами, и у тех все было в порядке. Восточно-азиатская компания снарядила на поиски пропавшего судна сначала судно «Дюк Каллен», а затем «Мексико», которые тоже ничего не нашли. В 1929 году в Копенгагене комиссия по расследованию исчезновения судна пришла к выводу, что учебный парусный корабль, пятимачтовый барк «Копенгаген», имея на борту 61 человека, погиб ввиду действия непреодолимых сил стихии. Судно потерпело бедствие настолько быстро, что его команда не смогла ни передать в эфир радиосигнал бедствия СОС, ни спустить на воду спасательные шлюпки или плоты. В конце 1932 года в юго-западной Африке в пустыне Намиб одна из британских экспедиций обнаружила 7 иссохших скелетов, одетых в изорванные морские бушлаты. По строению черепов исследователи определили, что это были европейцы. По рисунку на медных пуговицах бушлатов специалисты установили, что они принадлежат форме кадетов торгового флота Дании. Однако на этот раз у владельцев восточно-азиатской компании сомнений уже не оставалось, ведь до 1932 года потерпело катастрофу только одно учебное судно Дании – Копенгаген. А через 25 лет, 8 октября 1959 года, капитан грузового судна из Нидерландов Страат Магелхас Пит Аглер, находясь возле южных берегов Африки, видел парусник с 5 мачтами. Он появился ниоткуда, словно всплыл из пучины океана, и на всех парусах шел прямо на голландцев. Экипажу удалось предотвратить столкновение, после чего парусник пропал, но команда успела прочесть надпись на борту корабля-призрака «Копенгаген». Байчимо. Судно «Байчимо» было построено в Швеции в 1911 году по заказу германской торговой компании. После Первой мировой войны перешло в Великобританию и следующие 14 лет перевозило меха. В начале октября 1931 года погода резко ухудшилась, и в нескольких милях от побережья у города Бару корабль застрял во льдах. Команда временно оставила судно и нашла приют на материке. Неделю спустя распогодилось, моряки вернулись на борт и продолжили плавание. Однако уже 15 октября «Байчимо» снова попал в ледяную
очередную ловушку. На этот раз до ближайшего города было не добраться. Экипажу пришлось устроить временное убежище на берегу, вдалеке от корабля. И здесь они были вынуждены провести целый месяц. В середине ноября разыгралась снежная буря, которая длилась несколько дней. А когда 24 ноября погода прояснилась, Байшима на прежнем месте не оказалось. Моряки посчитали, что судно погибло в бурю. Но несколько дней спустя местный охотник на тюленей сообщил, что видел Байшима приблизительно в 45 милях от их лагеря. Команда отыскала корабль, сняла с него драгоценный груз и навсегда его покинула. На этом история Байшима не закончилась. Следующие 40 лет его изредка видели дрейфующим вдоль северного побережья Канады. Предпринимались попытки попасть на борт судна. Некоторые были вполне успешными, но из-за погодных условий и плохого состояния корпуса корабль вновь покидали. Последний раз Байшима видели в 1969 году, то есть спустя 38 лет после того, как его покинул экипаж. На тот момент замерзшее судно было частью ледяного массива. В 2006 году правительство Аляски сделало попытку определить местонахождение корабля-призрака, но тщетно. Где теперь Байшима, лежит ли на дне или до неузнаваемости оброс льдом, остается лишь гадать. Валенсия. Валенсия была построена в 1882 году компанией William Crump & Sons. Пароход чаще всего использовали на маршруте Калифорния-Аляска. В 1906 году Валенсия шла рейсом Сан-Франциско-Сиэтл. Страшная катастрофа произошла в ночь с 21 на 22 января 1906 года, когда Валенсия находилась возле Ванкувера. Пароход напоролся на рифы и получил большие пробоины, через которые стала поступать вода. Капитан принял решение посадить судно на мель. 6 из 7 шлюпок были спущены на воду, но они стали жертвами мощной бури. Всего нескольким людям удалось добраться до берега и сообщить о случившейся катастрофе. Спасательная операция не увенчалась успехом, и большинство членов экипажа и пассажиров погибло. По официальной информации, жертвами кораблекрушения стали 136 человек, по неофициальной еще больше – 181. Выжили всего 37 человек. В 1933 году шлюпка номер 5 была найдена около Баркли. Состояние ее было хорошее, шлюпка сохранила большую часть своей родной краски. Спасательная шлюпка была найдена спустя 27 лет после катастрофы. После этого местные рыбаки стали говорить о появлении корабля-призрака, который очертаниями напоминал Валенсию. Яхта «Сайо». Дрейфующую в 40 милях от Бороба 12-метровую яхту «Сайо», пропавшую 7 лет назад, обнаружили филиппинские рыбаки. У лодки была сломана мачта, большая часть салона была наполнена водой. Поднявшись на борт, они увидели у радиотелефона мумифицированное тело. По фотографиям и документам, найденным на борту, быстро удалось установить личность погибшего. Им оказался владелец яхты, яхтсмен из Германии Манфред Фриц Байерот. Мумификация тела Байерота произошла под действием соли и высоких температур. Дрейфующий корабль с мумией капитана, обнаруженный у берегов Филиппин, удивил многих. Немецкий путешественник Байерот был опытным моряком, который путешествовал на этой яхте в течение 20 лет. Судя по позе, в которой застыла мумия капитана, в последние часы своей жизни он пытался связаться со спасателями. Причина его смерти по-прежнему остается загадкой. Лунатик. В 2007 году 70-летний Юра Штерк из Словении отправился в кругосветное путешествие на своем лунатике. Для связи с берегом он использовал собранное собственноручно радио, но 1 января 2009 года он перестал выходить на связь. Через месяц его лодка прибилась к берегу Австралии, но на борту никого не было. Те, кто видел судно, считают, что оно находилось примерно в 1000 морских миль от побережья. Парусник был в отличной форме и казался неповрежденным. Там не было никаких признаков нахождения Штерка, ни записки, ни записи в журнале о причинах его исчезновения, хотя последняя запись в журнале датируется 2 января 2009 года. А в конце апреля 2019 года лунатик был замечен в море экипажем научно-исследовательского судна Роджер Ревеля. Он дрейфовал примерно в 500 милях от побережья Австралии. Летучий голландец. Летучими голландцами называют несколько различных кораблей-призраков из разных веков. Один из них – настоящий владелец бренда, тот, с которым беда случилась у мыса Доброй Надежды. Это легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречен вечно бороздить моря. Обычно люди наблюдают такой корабль издалека, иногда в окружении светящегося ореола. Согласно легенде, когда летучий голландец встречается с другим судном, его команды пытаются передать на берег послание людям, которых давно уже нет в живых. В морских поверьях встреча с летучими
летучим голландцам считалось плохим предзнаменованием. Легенда гласит, что в 1700-е годы голландский капитан Филипп ван Страатен возвращался из Ост-Индии и вез на борту молодую пару. Капитану приглянулась девушка, он убил ее суженого, а ей сделал предложение стать его женой. Но девушка выбросилась за борт. При попытке обогнуть мыс Доброй Надежды корабль попал в сильный шторм. Штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте, но капитан застрелил его и нескольких недовольных, а затем поклялся матерью, что никто из команды не сойдет на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс, даже если на это уйдет вечность. Капитан, сквернослов и богохульник, навлек на свой корабль проклятие. Теперь он, бессмертный, неуязвимый, но не способный сойти на берег, обречен бороздить волны мирового океана до второго пришествия. Первое печатное упоминание о летучем голландце появилось в 1795 году в книге «Путешествие к Ботаническому заливу». На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео.